Первые награды вручают еще до стартового вбрасывания. Чествуют игроков студенческой сборной Пензенской области, которые стали лучшими в Приволжском федеральном округе. Однако та победа уже осталась в прошлом. Теперь им вновь надо доказывать, что они лучшие в регионе, каждому в составе команды своего вуза. В основу было положено обращение курсантов Пензенского туристского инженерного института, которые сказали, хотим играть. Обратился к ректорам, ректоры, спасибо большое, поддержали. И у нас сформировались команды. Это идет развитие студенческого спорта. Такой турнир в нашем регионе проводят уже в третий раз. Как и год назад, в нем принимают участие команды 5 крупнейших вузов области. В прошлом чемпионами стали представители Университета архитектуры и строительства. Однако их соперники из Государственного университета намерены взять реванш. Тем более, что именно они составляют основу студенческой сборной региона. Другая игра совершенно будет. Готовы опять выигрывать. Победа придала уверенности только. И мы сейчас готовы добиваться все больше и больше вершин. Готовы побеждать. Команды сыграют по круговой системе. Причем на этот раз соревнования получатся более длительными и завершатся лишь в следующем году. Мы видим, что с каждым годом этот турнир становится все более популярный, значимый. К нему уже готовятся. И результаты уже сами за себя показывают. Мы такое мероприятие сейчас очень поддерживаем и сделаем все, чтобы соревнования прошли в честной спортивной борьбе. А уже на следующей неделе в борьбу за титул чемпиона вступят представители среднеспециальных учебных заведений региона.